Кашкадаринской области на днях сдали в эксплуатацию новое здание Шахрисабского районного отдела внутренних дел и госпиталь. Хорошие условия работы созданы для сотрудников, чтобы они могли заниматься спортом, работать с жителями и, конечно, выполнять свои непосредственные обязанности по обеспечению мирной и спокойной жизни в Махалях. Медучреждение также оснащено по последнему слову техники. В рамках проводимых реформ в органах внутренних дел отдельное внимание уделяется созданию современных условий для представителей сферы посредством укрепления материально-технической ее базы, что, несомненно, расширяет возможности по дальнейшему повышению эффективности деятельности в соответствии с требованиями сегодняшнего дня. Еще более повышая ответственность сотрудников в деле обеспечения мира и спокойствия на местах. Здесь открыта и библиотека, фонд которой пополнен разнообразной художественной литературой, в том числе и в электронном формате, что очень удобно для пользователей. Это служит дальнейшему расширению кругозора сотрудников и их духовно-нравственному интеллектуальному развитию. На мероприятии, посвященном открытию нового здания органов внутренних дел в Шахрисабском районе Кашкадарьи, подчеркивалась значимость усилий государства в этом направлении, а также реализация актуальных задач, стоящих перед представителями сферы. Это здание создает широкие возможности для осуществления деятельности, охватывающей более чем 230-тысячное население 57 махалей. Здесь созданы все необходимые условия для полноценной работы. Состоялось ознакомление с созданными удобствами, которые должны служить, как отмечалось, совершенствованию работы под стать обновлению страны, в основе которой человек, его честь и достоинство. Еще одно событие связано со сдачей в эксплуатацию в Китабском районе госпиталя Мингченор Кашкадаринского областного управления внутренних дел, также впечатляющего своим оснащением. В госпитале проводится неврологическое и кардиологическое лечение, а также по другим направлениям, для чего имеется необходимое медицинское оборудование. Используются эффективные процедуры на основе передовых методов. Также установлены солнечные панели, что позитивно отражается на бесперебойном обеспечении здания электроэнергией и ее экономии. Созданные здесь условия способствуют организации деятельности на высоком уровне. В этом плане коллективу учреждения даны соответствующие рекомендации.